Учебный процесс в 150 образовательных учреждениях первого и второго цикла осуществляется с физическим присутствием учащихся, с соблюдением положений о мерах по организации деятельности начальных, средних и высших учебных заведений. В муниципии Кишинев показатель почасовой работы с физическим присутствием учеников в школах составляет 93,47%. За последнюю неделю в столице было зарегистрировано 714 новых случаев заражения коронавирусом среди учащихся и 117 среди педагогов.